очень важная персона. Посмотрите, что пришло с почтой. Какой красивый конверт. Да, очень красивый. Посмотрим, от кого это. Дорогие король и королева Чертополох, я решил заехать с визитом в ваше маленькое королевство. Прибываю после обеда. С уважением, король Леопольд. Король Леопольд? Да. Не знаю такого. Но он знает тебя, папа. Только представьте, король. Я король. Нет, настоящий король. Мы должны устроить ему королевский прием. Он же вип-персона. А что это значит? Очень важная персона. Я очень важная персона. Почему все так взволновались? Вы слышали новость? К нам приезжает король. Здесь так написано в письме. Вот здорово, правда? Настоящий король. Я настоящий король. Не могу поверить, что к нам приезжает очень важная персона. Нужно всем рассказать. Начну с Мэриголдов. Алло? Алло, это королева Чертополох. Моя младшая сестренка, как дела? Хорошо. Я просто хотела сказать, что сегодня к нам приезжает король Леопольд. А кто это такой? Очень важная персона. Вип-персона? О, ничего себе! Вип-персона? Наш дворец больше. Почему бы ему не приехать к нам, а? Нет, спасибо. Король Леопольд едет к нам. Но, может, вы приедете к нам в гости? О, с радостью! Мы устраиваем прием в его честь. Мы будем. Пока. Обычно Мэриголды смеются и смеются над нами, но не в этот раз. Ха-ха! Ведь к нам едет с визитом сам король Леопольд. Пора начинать готовиться. Нужно приготовить много вкусной еды. Беру готовку на себя. Нам нужен красный ковер и детишки, которые будут махать флажками в знак приветствия короля Леопольда. И будет играть красивая музыка. Так, дети, выберите себе по инструменту, который нравится. Бен, ты можешь взять трубогром. Хорошо! Я возьму тромбозвон. А я тогда возьму трамп-тромпет. Я буду играть на волшебной арфе. Волшебные инструменты. В нашем оркестре будут эльфы и феи. А мы, феи, всегда играем на волшебных инструментах. Ну, хорошо, только немного волшебства. Ладно, вот волшебный рояль. Привет, я волшебный рояль. Я пою, а также болтаю, а еще я играю. Слишком много волшебства. Старый мудрый эльф не любит волшебство. О, простите, я не волшебный рояль. Я обычный рояль. И я говорить толком не умею. Теперь я волшебный треугольник. Даже боюсь смотреть. О, милый треугольник. И что же в нем волшебного? Главное, не спрашивать у него три желания. Ну что, может быть, сыграем рок-н-ролл? Рок-н-ролл? Конечно, нет. Мы играем для короля Леопольда, забыли? Ладно, я просто предложил. Так, приступим к музыке. Молодцы, ребята. Выглядит отлично. А где еда? Няня Плам! А вот и я! Я приготовила спагетти с моллюсками под трюфелями. Ням-ням! Эти блюда такие аппетитные! Лучше, чем то, что ты готовишь мне. Это потому, что король Леопольд приезжает. Так, ребята, все получили по флажку. Почему они не делают так для меня? Потому что... Знаю, знаю, я не король Леопольд. И нам нужна музыка. Где наш оркестр? А вот и мы! Мы репетировали весь день. О, чудно! Итак, нам пора. Все по местам! Я слышу чьи-то шаги. Кто-то идет! Ура! 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 Он идет! Ура!
Начинаем играть! Всем привет! Добрый вечер! Уйди с прохода, мы ждем очень важную персону. О, да? И кто же это? Король Леопольд. Это я. Ты король Леопольд? Ты настоящий король? О, да. Где же твоя корона? Я ношу ее под шапкой. Но почему же ты никогда нам не говорил? О, я не люблю выставлять это на показ. Не люблю выставлять это на показ? Ты прислал мне расписное письмо с просьбой устроить пир. Да? Ну, когда я просто захожу в гости, передо мной сразу закрывают дверь. А когда я шлю письмо от имени короля Леопольда, меня ждет званый прием с ужином. Хотя бы один разок. Можно мне пирога? Да, думаю, да. Очень вкусный. Я знаю интересный факт о пирогах. Хотите, расскажу? Нет. Приму это за да. Пироги нельзя найти просто так. Их обязательно должен кто-то испечь. Ой, мы так старались, а король Леопольд оказался гномом. Да, это ужасно. Он все равно король, а вы все-таки всполошились из-за той очень важной персоны. Папа, как всегда, прав. Да, мы должны приветствовать его как короля. Ведь мы так долго репетировали. Давайте веселиться. У нас вечеринка с музыкой и вкусной едой. Да, надо сказать, что все обернулось не так уж и плохо. Король и королева Мэри Голд здесь. О, пирогов больше нет. Что это? Это спагетти с моллюсками. О, ладно, сейчас попробую. Что же скажут Мэри Голды, когда увидят это? Они будут смеяться и смеяться и смеяться и смеяться. А вот и мы, дорогие. Где король Леопольд? Ну, он здесь. Здесь? Да ведь он король гномов. Смотри, дорогой, у него даже нет короны. О, я ношу ее под шапкой. Какой он скромный и современный! О, мне кажется, я слишком разодета. Я тоже. Отныне я буду носить балахон. Можно нам сыграть песню? О, да. Король Леопольд, позвольте представить наш оркестр эльфов и фей. Прекрасно! Извиняюсь, что прерываю, но я вижу, у вас есть волшебный рояль. Привет всем! Без обид, но такая торжественная помпезная музыка не подходит волшебному роялю. Можешь сыграть рок-н-ролл? Рок-н-ролл — мое второе имя! Старый мудрый эльф, тебе нравится рок-н-ролл? Рок-н-ролл? Мне совсем не нравится рок-н-ролл. Приму это за да. Начинай, мистер Рояль. Аби-баб-дуба, аби-дуб-ду. Ну уже, мудрый эльф, тряхни стариной. Если вы настаиваете, руку сюда, ногу сюда. Спасибо, классно зажгли. Хо-хо, вот это веселье! Мне начинает здесь нравиться. О боже, теперь нам от него не избавиться. Этот король гномов невероятен. Мы были бы рады, если король Леопольд зашел бы в гости к нам, в наш дворец. Почему бы и нет? Просто скажите про пироги, и он ваш. Дружище, а ты не хочешь погостить у нас пару недель? У нас будут пироги. О, если там будут пироги, я останусь у вас навсегда. Эльф-ракета!
Некогда читать новости, Ваше Величество. У короля еще есть работа. Какая еще работа? Эльфы хотят показать новую игрушку. О, не люблю я эльфийские изобретения. Игрушки всегда прекрасны, и я всегда говорю «прекрасно». Вот и эльфы едут. Ваше Величество, хочу представить вам нашу новую игрушку. Космическую ракету. Прекрасно. Показать, как она летает? О, ладно, давайте. Это все? Да. Но это космическая ракета. Она же не полетела в космос, правда? Это игрушка, Ваше Величество. Игрушка? Да я мяч и то выше бросаю. А ракеты — это не мячи бросать на футболе. Что ж, полагаю, она может взлететь и выше. Насколько? Я могу отправить ракету и на Луну, если захочу. Нет, не можешь. Нет, могу. Я же эльф. А эльфы умеют все. Прекрасно. Команда всем эльфам. Сделать ракету, чтобы я слетал на Луну. И я. Слетал я и принцесса Холли на Луну. И я. И Гастон. И няня Плам, чтоб смотреть за детьми. Уверен, вам не отправить Холли, Бена, Гастона, меня и няню Плам на Луну. Легко. Вечером. О, ладно. Отлично. До скорой встречи. Идем, Бен. Нам лучше скорее заняться ракетой. Это дело эльфийской чести. Идем. Пока, Холли. До вечера. Пока. Как у вас все прошло? Король сказал, что ракета прекрасна. Он думал, она взлетит выше. Неужели? Что ж, я мог бы поменять там пружину. Как высоко король хочет ее запустить? На Луну? На Луну? И он сказал, нужны пассажирские места. Пассажирские? До вечера. Невозможно. На кону наша честь. Честь эльфов? Значит, все сделаем. Мы построим ракету, и она полетит на Луну. Сейчас. Прекратить производство игрушек на фабрике. Всем строить эльф-ракету немедленно. Начинаем! А теперь я подумаю, как доставить эльф-ракету отсюда. Маленькое королевство. Сюда. На Луну. О, няня Плам, не хотите ли вы полететь с нами сегодня вечером на Луну? Полет на Луну? Как интересно. Я соберу пикник. Алло? Алло, Ваше Величество, эльф-ракета готова? Как вы быстро? Эльфы быстрые, а мы эльфы! Позвольте представить, эльф-ракета. Неплохо. Летает? Летает? Конечно, летает. Это же эльф-ракета. Ракета приземлится здесь, возле моря спокойствия. О, возле моря. Будем строить из песка. И устроим пикник на пляже. А потом будем купаться в море. На Луне совсем нет воды. А из чего состоит море? Из камня. Море камня? Зачем нам такое? Слушайте меня, это очень серьезная миссия. Никакого плавания и пикника. Это ваша кабина. Кабина очень тесная. Я, наверное, буду лететь в кухне. В кухне? Здесь нет кухни. Нет кухни? Для чего тогда столько места?
Это место для топлива, няня Плам. Я посчитал, сколько точно нужно топлива, чтобы отправить вас на Луну. А где тогда туалет? И его нет, придется вам сходить до отлета. Нет туалета, но если мы устроим пикник у моря, то нам... Няня Плам, это не пикник возле моря. Это очень серьезная миссия. Это полет на Луну. Всем астронавтам надеть скафандры, приготовиться к взлету. Зачем это? В космосе нет воздуха. Вам придется надеть скафандр. Мы можем дышать с помощью магии. Нет, магия запрещена на борту эльф-ракеты. Придется вам оставить волшебные палочки. Ох, ладно. Астронавты на борт ракеты! Ваше высочество, пойдемте со мной в рубку управления полетом. О-о-о! Проверка систем. Двигатель готов. Двигатель в норме. Компьютер готов. Компьютер работает. Топливные системы. Топливные системы исправны. Обратный отчет. 10. Я желаю вам 9, приятного полета. Вы 8, летите туда, где ни один эльф еще не бывал. И 6, феи. И феи. 5, прости, Холли. Летите туда, 4, где ни один эльф или фея 3, еще не бывали. Что, 2, все готовы? Все готовы. 1, работаем, мудрый эльф. 0. Поехали! По курсу Луна! Запуск! Держаться! Запуск систем! Куда они летят? Куда они летят? Куда они летят? В космос! И вправду сработало. Я даже не ожидал. Мы покидаем земную атмосферу. Можете расстегнуть ремни. Потому что в космосе нет притяжения. Я машу крыльями, но ничего не происходит. Да, крылья не работают без силы тяжести. А здесь точно нету туалета? Что это за дверь? Нет, не трогайте дверь! Держитесь! В чем дело? Если открыть дверь в космосе, из ракеты выйдет весь воздух. Бедная няня Плам! Крылья не работают! Мы слышим вас через радио, няня Плам! Не нужно кричать! Вы лучше успокойтесь! Успокойтесь! Я улетаю в открытый космос! Эльф-ракета — это служба контроля. Что у вас случилось? Няня Плам открыла дверь и потерялась в космосе! Ох, нет, ну и дела! Так не страшно, продолжить миссию. Нет, надо спасать няню Плам. О, полагаю, надо. Я спасу няню. И я. Итак, вы привязаны к веревке и значит не улетите. Вы готовы? Конечно. Мы рядом, няня Плам. Держитесь. Держаться? Только за что? О, нет, мы не достанем няню Плам! Мистер Эльф, веревка не дотянулась! О, нет, я пропала! И я даже не сходила в туалет! Вот тебе лассо, Бен! Спасибо! Замрите! Я наброшу лассо вам на талию! Поймал! Ура! Мы спасли няню Плам! О, спасибо, Бен. Спасибо всем, что спасли меня. Пусть это будет уроком, няня Плам. Двери больше не трогать. Я просто все разглядывала. Пожалуйста, не разглядывайте. Это серьезная миссия. На кону моя честь. Мне очень стыдно. Я не буду ничего трогать. Слово феи. Что ж, пора всем пристегнуть ремни. Следующая остановка – Луна! О, Луна! Чем скорее мы прилетим, тем скорее устроим наш пикник.
Последний раз, няня Плам! Никакого пикника на Луне! Приключения продолжатся в следующей серии «Пикник на Луне». Шпионы! Смотрите, что нам принесли. Приглашение на фестиваль корабликов. О, я обожаю фестивали! Кораблики плавают по реке, музыка играет и танцы! Только вот Мэри Голды вечно смеются над моей лодочкой. Мэри Голды такие воображалы! Ну, может быть, в этом году они не приедут. Алло? О, здравствуй, король Мэри Голд! Чертополох, старичок, ты ведь собираешься на фестиваль? У нас чудесная лодочка. О, да моя лодочка просто высший класс. Правда? Что ж, скоро увидим, пока. Только и умеют, что хвастаться. Наша лодочка должна быть лучше, чем их. О какой лодке идет речь? О той, что ты мне построишь. Я? Поручите это мне. Эльфы лучшие корабельщики, а я ведь... Я построю корабль лучше. Чепуха! А вот и нет. Хватит, все! Неважно, кто будет строить, мне нужен корабль. Ну и что же, мы с вами будем работать вместе. Я знаю, построим две лодки. И пускай король выберет лучшую. То есть мою? Ну уж нет, мою, я же придумал, какой корабль мы построим. О, и какой же? Это секрет! Пойдем, Бен. Ладно, я уже придумала корабль лучше. Какую лодку мы будем строить, старый эльф? Мы построим корабль викингов. Круто! Няня, а какой корабль будем строить мы? Я не знаю. Старый мудрый эльф уже что-то придумал, только это большой секрет. Давайте узнаем его план. Но, няня, это же обман. Да, угадала, Флёр. Это чистый обман. На бортах корабля поставим щиты, а спереди голову дракона. О-о-о! А он будет большим? Не слишком. В самый раз, чтобы в нем поместился король. Ну все, феи, пора во дворец. Они делают корабль викингов. Тогда и мы тоже. Это как списывать? Да, Флёр, так и есть. Точно как списывать. Абракадабра, корабль, явись! А чтобы выиграть у них, мы сделаем наш корабль больше. Алло? Привет, няня Плам. Как дела с вашим кораблем? Мы уже закончили. У нас чудесный корабль викингов. Что? Это мы строим корабль викингов. Надо же! Будет два корабля викингов. Няня Плам строит корабль викингов. Няня Плам все подсмотрела. Мы тоже так можем. Кто хочет быть шпионом? Я! Эльф Барнаби, ты будешь нашим шпионом. Но ты должен выглядеть как фея. Вот тебе крылья, они на резиночке. Палочка и шляпа, чтобы тебя не выдали уши. Старый эльф, феи поймут, что это Барнаби? Нет, не поймут. Я замаскируюсь. Здравствуйте. Привет. Я только что приехал в ваш лес. И я фея. Как твое имя? Мое Барнаби. Ой, нет. Бамбук. И я фея. Ой, в смысле, да. Я фея. Ну, приходи. Поздоровайтесь с бамбуком, фея. Привет, бамбук. Смотри, мы строим корабль викингов. Эльфы тоже строят такой. Только наш больше. О, ты не очень-то разговорчив. Нет, но я фея. Ой, то есть... Бамбук, мы с тобой где-то встречались? Нет, но я, пожалуй, пойду. Рад был познакомиться. Пока! Моя миссия выполнена! Я выяснил об их корабле викингов все-все-все! Каков же он? Он большой!
больше, чем наш. Тогда мы с вами сделаем самый большой корабль викингов в мире. Да, мудрый эльф! Они тебя не узнали, Барнаби? Нет, я вел себя естественно. Я вспомнила, где видела бамбука. Это же переодетый Барнаби! Эльфы за нами шпионят. Это возмутительно. Но мы ведь тоже шпионили. Но мы же первые придумали шпионить. Ну вот, эльфы все знают про наш корабль. Раз так, мы узнаем побольше про них. Строберри, хочешь быть шпионом? Конечно! Ты должна выглядеть как эльф. Пока крылья. Привет, ушки. Сразу видно, что это Строберри. Да, нужна маскировка. Чудесно. Здрасте. Здрасте, я тоже эльф, я недавно приехал в ваш лес. О, правда? Ну и как же твое имя? Строберри. Славное имя. То есть Элис. Еще лучше, входи. Этот эльф шпион от фей. Мы наговорим ей кучу всякой чепухи. Ух ты, какой большой корабль. Да, только он еще не готов. Мы приделаем ему ноги. Ноги? У него будут ноги, как у утки. У утки? А драконью голову мы заменим... Заменим головой бегемота. Огнедышащей. Очень интересно. Что ж, рада была познакомиться. Ну, мне пора домой. Что, правда, приделаем ноги к нашему кораблю? Конечно, нет, но пусть она все расскажет няне Плам. Их корабль будет самым нелепым. Вот и я! А, здесь эльф! Нет, это я! У эльфов корабль большущий-пребольшущий! Не беда, наш-то больше! С лапами, как у утки. Ах, вот как, утиные лапы. И с огромной головой бегемота спереди. С огнедышащей. Выглядит странновато. Может, добавим крылышки? Так лучше. Давайте прогуляемся. Вперед! Что за жуткий шум? Здравствуйте, мудрый эльф. Как вам наш корабль? Он выглядит немножко странноватым. Точно в таких плавали викинги? О, совсем не в таких. Сейчас я покажу вам корабль викингов. Что ж, друзья мои, можно выносить наш корабль. Взяли. Ой. Ну, в чем дело? Корабль не пролезает в дверь. Хоть в лепешку развесим. О, вот это незадача. Полагаю, вам пригодилась бы помощь феи. Да уж. Эй, малыш, принеси. Что ж, надеюсь, что мы успеем его починить. Ой. Приветствую, друзья! Кораблики уже готовы? Да, ваше величество. Что это? Ваш кораблик. Я велел вам построить корабль, чтобы не стать посмешищем. И вы сделали вот это? Да, ваше величество. Кто придумал голову бегемота? Король, это я придумал! А я придумал огонь. А ноги? Это была моя идея. Я придумала крылышки. Я из-за вас стану посмешищем для всей округи. Ох, как мне не терпится увидеть лодку чертополоха. О, а что это за шум? Привет! Так это и есть ваш корабль? Да. А что? Ну, знаю, он... знаю, это... Да это лучший корабль, что мне когда-либо приходилось видеть! Он потрясающий!
товарищей. Что ж, спасибо. И лучший кораблик на нашем фестивале. Ура! Новая палочка. Гастон обожает команду опор. Ладно, я наколдую палку. Готова палочка? Абракадабра! Смотри, Гастон, принеси палку. Еще раз. Ой, дождик, мы же промокнем. Без проблем. Превратись в зонтик. Ух ты, это здорово. Бежим. Хорошо дома. Превратись в палочку. Ой-ой-ой, кажется, твоя палочка простудилась. О, нет, бедная палочка. Это от того, что она промокла. Нужно вызвать лекаря палочек. Здравствуйте, это лекарь палочек? Да, волшебная палочка заболела. Спасибо, пока. Пока. Доктор сказал, что нужно уложить ее в постель. Он скоро приедет к нам. Ой, палочка! Лекарь палочек прибыл. Здравствуйте. Так это же мудрый старый эльф. Да будет вам известно, я не только мудрый старый эльф, но еще и высококвалифицированный лекарь палочек. Что ж, понятно. Не забывайте, что мы, эльфы, делаем палочки. Да, почему, кстати? Вы же не любите магию. Мы делаем палочки, но сами ими не пользуемся. От этого колдовства одни беды. Так, где наша больная? Здесь. О, как громко. Покажите-ка мне язык. Как я и думал, это простуда. Рекомендую постельный режим. Палочка должна больше спать. Окружите ее заботой. А палочке можно колдовать? О, нет, нет, нет. Никакого размахивания палочкой в ее состоянии. О, ну как же я буду без палочки? Хорошо, что ты спросила. Я как раз работал над новой палочкой. Может, хочешь взглянуть на нее? Ого! Это сверхсекретная разработка. Я назвал ее «Мудропалочка 3000». Даже мне ничего не говорил. Ух ты! Спасибо тебе, мудрый старый эльф! Она такая красивая! Ты мой лучший друг! Она говорящая! Люблю тебя! Невероятно! Поразительно! Это еще не все. У палочки есть одна функция, которая отличает ее от всех. Что это за функция? Скоро сами все узнаете. Могу сказать только, на свете нет и не будет палочки лучше. Не пойму, о чем это он? Он в своем репертуаре, я обычно даже дослушать не могу. Мне не терпится поколдовать с новой мудропалочкой 3000. Ну, дорогая, придется тебе подождать до завтра, потому что пора ложиться спать. Пока, Холли! Пока, Бен! Пока, Гастон! До завтра! Доброе утро, Холли. Ты мой лучший друг. А, новая палочка. И как она тебе? Она просто чудо. Люблю тебя. Доброе утро, принцесса Холли. Палочки уже лучше. Доктор был прав. Ей просто требовался хороший отдых. О, это здорово. Можешь сегодня вернуть новую палочку мудрому эльфу. Себе. Я даже еще не попробовала с ней поколдовать. О, а что делать со старой? Мне она больше не нужна. Положи ее со старыми игрушками. Ладно. Что ж, полежи-ка здесь. У Холли теперь новая палочка. Ты мой лучший друг. Привет, Холли. Привет, Бен. Да, она называется «Мудропалочка 3000». Люблю тебя. Ого, она говорящая. Да, инновационная
и сверхсекретная! Ты мой лучший друг! Давайте поиграем! Да! А во что? Сыграем в принцессу, рыцаря и злую ведьму! Да! Чур я принцесса, потому что я и есть принцесса! А я буду храбрым рыцарем! Ладно! Ого! Настоящие доспехи! А я буду злой ведьмой! Будем играть. Храбрый рыцарь должен спасти принцессу из темницы. Какой темницы? Ха-ха, вот такой. Ой! Ух ты! И как же я тебя спасу оттуда? В сказке принцесса отращивает волосы длинные-предлинные, чтобы рыцарь забрался в башню. Точно! Ого! Наверх, в башню, Бен! Ха-ха-ха! Запросто! Эльфы лучше всех лазают по волосам! А я ведь эльф! Вот и я! Я пришел спасти тебя! Благодарю тебя, рыцарь! Теперь вы оба в ловушке! Ой! Мы запросто спустимся! Нет, если я закрою окно решетками... Ой-ой, мы застряли! Ха-ха-ха! Флёр, обедать! Ой, мама зовет. Мне пора. Пока! Ладно, пока, Флёр! Как же мы выберемся отсюда? Не волнуйся, у меня же есть мудропалочка 3000! Ты мой лучший друг! Ладно, давай уже выбираться! Люблю тебя! Ой, не получается! Люблю тебя! А что было, когда ты использовала ее в прошлый раз? Ничего, я еще не успела с ней поколдовать. Люблю тебя. Бесполезно. Если бы только у меня была моя старая палочка. Ой, там Гастон. Гастон поможет нам. Да, Гастон, принеси мою палочку. Аборт, Гастон, аборт. Гастон, куда ты так спешишь? Эй, куда это ты понес палочку? Я думала, мудропалочка 3000 особенная, а она вообще ничего не может. Может, она сломана? Выглядит вполне целый. Люблю тебя. А что еще она говорит? Ничего, еще только... Ты мой лучший друг. Вот это! Тебе уже, наверное, надоело. Да, моя старая палочка не говорила, но зато... Ой, палочка! Моя старая палочка! Сюда, Гастон! Конечно, ты прав. С этой минуты я буду пользоваться только старой палочкой. А, принцесса Холли, и как тебе понравилась мудропалочка 3000? Она сломана. Разве? Люблю тебя. Вот видишь, она отлично работает. Но она совсем не колдует. Да. Это же и есть особая функция, о которой я вам говорил. Не колдует. Что? Волшебная палочка, которая не колдует? Точно. Понимаете, от колдовства одни беды. Поэтому я решил... Но палочка, которая не колдует, не волшебная. Это просто палка. Вы хотите сказать, что мудрая палочка 3000 совсем никуда не годится? Да! Я знаю, кому она понравится. Кому? Ко мне, Гастон! Принеси апорт! Ты мой лучший друг. Люблю тебя. Гастон обожает команду апорт. Люблю тебя. Ты мой лучший друг. А я люблю.
лучший друг. Книги. Но ведьма наелась торта и быстро уснула. Фея тихонечко прошла мимо ведьмы, взмахнула палочкой и сказала: «Абракаду, абракади, сейчас же всех детей освободи!» И вмиг все чары ведьмы были рассеяны. Солнце взошло, а звезды исчезли. И все дети оказались в своих теплых кроватках. Конец. Мама, а почему ведьма заморозила всех детей? О, я даже не знаю. Может, ведьме не нравилось, что дети шумели, и она знала только, как заморозить их? Да, спасибо, няня Плам. Дети, наверное, были очень голодны. Ведь они ничего не ели больше года. Нет, ведьма их заморозила, словно горох. А ведь замороженный горох не может голодать. Нет! Королева Чертополох, а куда прячутся звезды в дневное время? Прости, что, Бен? Вы сказали, что солнце взошло, а звезды исчезли. Но куда же девались звезды? Что ж, посмотрим, что на это скажет книга. Угу. Здесь ничего не сказано про звезды. Няня Плам, а вы знаете, куда деваются звезды в дневное время? Нет. Давайте спросим короля Чертополоха. Он знает, как и что происходит в мире? Да! Давайте спросим у папы! Войдите. Папа, папа, можно задать тебе один вопрос? Ну, конечно. Что такое? Ты можешь сказать, куда деваются звезды в дневное время? Что? Куда деваются звезды, когда солнце всходит? Ну, звезды они... Я сейчас немного занят, Холли. В сказке сказано, что звезды исчезли. Но не сказано, куда именно. Теперь ясно. В королевской библиотеке много книг, возможно. Там мы найдем ответ на наш вопрос. Хорошая идея, королева. Идемте все. Ух ты! Здесь не убрано. Потому что эти книги волшебные. Какие вы плохие книги. Летаете здесь себе. А ну-ка, быстренько все на места. Все по алфавиту. Как нам узнать, что мы ищем? Это волшебные книги. Нужно просто спросить. Извините, книги. Куда деваются звезды в дневное время? Книги, у вас есть что-то о звездах? О, посмотрите, какой странный шрифт. Что там сказано? Это наш ответ, да? Здесь сказано: маленькая звездочка, сделай так, чтобы все наши желания сбылись. Ой, это всего лишь обычное заклинание. Думаю, в этих волшебных книгах заклинания, а не ответы на вопросы. Но, няня, почему ты не знаешь ответа? Я няня Плам, а не астрофизик. Астрофизлик? Это кто? Это человек, который много знает про звезды, космос и разные вещи. Эльфы знают много про разные вещи. Давайте спросим у моих родителей. А твои мама и папа астрофизлики? Возможно. Давайте спросим у них. Нет. О, нет! Мама, папа, вы астрофизлики? Нет, мы эльфы! Вы знаете, куда деваются звезды в дневное время? Нет. Никто не знает ответ. Мы можем спросить старого мудрого эльфа. Да, он мудрый. И старый. А еще он эльф! Эльф!
Это кабинет старого мудрого эльфа. Здесь он думает о разных умных вещах. Входите! Привет! Всем добрый день, друзья мои! Чем я могу помочь? Старый мудрый эльф, у нас есть вопрос. А ответ мы так и не нашли. Это вопрос по эльфийской части, а не по нашей. И мы подумали, что так как вы старый мудрый эльф... Конечно, спрашивайте что угодно, все, что хотите. Куда деваются звезды в дневное время? Давай лучше другой вопрос. О спорте, возможно. Не такой уж вы и мудрый, да? Вы просто старый. Ну, так что, старый эльф, не знаете ответ? Нет. Но я знаю, где его можно найти. Где? Следуйте за мной. Это далеко? А то я устала от всех этих поисков ответа. Тогда поедем на лифте. Осторожно, двери закрываются. А куда мы едем? Мы едем в большую эльфийскую библиотеку. Большая эльфийская библиотека? Скорее, груда ненужных вещей. Вот это да! Тише! Мы с вами в библиотеке. Здесь нужно вести себя тихо. Ого! Она огромная! Здесь так много книг. А почему у вас они не летают, а спокойно стоят на полках? Это не волшебные книги, ваше величество. А как нам узнать, в какой книге нам искать ответ? Мы спросим у старого мудрого библиотекаря. Ну и где этот старый мудрый библиотекарь? Чем вам помочь? Скажите, вы библиотекарь? Да. А вы знаете, куда деваются звезды в дневное время? Конечно, книга в астрофизической секции. Второй ряд, номер 520.34. Прошу за мной. Но мы уже искали ответ в книгах. В каких книгах вы искали? Ну, в моей книге сказок. И в книгах с магическими заклинаниями. Есть много разнообразных книг. Есть книги с разными сказками. О, смотрите, ведьмы! И книги о технике. Ого, про ракеты! Есть книги о музыке. О, эльфийская музыка, моя любимая. Книги о животных. О, цыплята! Это интересно! Книги об овощах. О, да, я люблю овощи, особенно горошек. Можно найти любой ответ, если знать, где искать. Во, вот и она. Книга о звездах. Здесь будет ответ на вопрос? Посмотрим. Все удобно устроились. Да, В ясную ночь мы можем видеть звезды, сияющие на небе. Свет от каждой звезды доходит до Земли через много-много лет. Мы видим звезды, потому что небо такое темное. Черное! Ночное небо просто черное! Конечно, Холли. Но когда наступает утро и восходит солнце, небо становится ярче, и звезды исчезают. Но, мама, куда деваются звезды? А они никуда не деваются, Холли. Что? Они все еще сияют в небе. Просто мы их не видим, потому что небо светлое. Это же очевидно. Я знал. Но когда солнце садится и небо темнеет, мы снова можем видеть звезды. Когда солнце садится, точно. Папа, а куда девается солнце, а? Ну, оно... Старый мудрый эльф? Эти книги ответят на ваши вопросы, ваше величество. Ух! Ура! Тише! Мы с вами в библиотеке. Здесь нужно вести себя тихо. Ура!